Всем привет! Сегодня я хочу представить вам новый музыкальный перкуссионный инструмент осолато. Эти замечательные пластмассовые осолато прибыли к нам из Японии. И для тех, кто не знает, я сейчас коротко расскажу, что это такое. Оригинальные осолато делаются из африканского ореха, но ореха сегодня у нас нет. У нас есть замечательный пластмассовый японский осолато. Отличный подарок друзьям. Хорошая штука для времяпрепровождения в компаниях или самому, когда скучно. Какая польза от них? Помогают развитию координации движений, разминают, собственно, развивают мышцы суставов, кистей, помогают раскоординации полушарий мозга. Ну, то есть можно делать различные ритмы, ну, что-то типа таких.